мучилась все, Пороскоя Федоровна. С измалости пил. Дома чего увидит, хлеб, что ли съели раньше. И утащит хлеба, продаст и пьет. Привозил и оттуда привозил. Молодых вообще привозил. Здесь, на Туру, идут, купаются целый день. Приедет, навезет их много так. Да и что жена-то? Она как под Страской жила. Готовила и мяда, кормила и вот и все. Маленький придет, Григорий Ефимович приехал так. Так что, приехал Григорий Ефимович, мы пойдем к нему. Дядя Гриша, у меня вот платьишко нет, так мне платьишко надо. Он сейчас записку пишет. Тут сейчас где почта. Тут продавец жил, лавкой торговал. Туда идешь, эту бумажку отдаешь, тебе на платье отрезвает. Или там обуви нет. Хоть что попроси, все, он выпишет бумажку, идешь, берешь. А он там плачал, и кто его знает.